Внимание! Данное видео уничтожит ваше логическое мышление и разрушит все, о чем вы знали раньше. Впрочем, никого это не остановит. 23 февраля, День защитника Отечества. Тут написано, что он связан с рабоче-крестьянской Красной армией. РККА. Ралли-клуб классических автомобилей. Вы тоже это видите? Крылья. У кого есть крылья? У Кристины Орбакайте. У меня есть крылья. Кристина Орбакайте. С чем рифмуется Орбакайте? Правильно. Танцовщица на канате. Загуглим в Яндексе танцовщицу на канате. Эту картину написал Генрих Семирамидский. Чем знаменит Генрих? Правильно. Генрих — это не Михаил. В слове Михаил — 6 букв. В слове Защитник — тоже 6 букв. Совпадение ли? Я так не думаю. Давайте посмотрим на Михаила. Вы тоже это видите? У него светятся глаза. Цвет. Просвещенный. Просвещенный по-латински — Illuminatus. Получается, что 23 февраля — День Михаила Иллюмината.